Ребят, я в прошлом ролике рассказывал, что мы отдыхали в Греции, и кокос нас долго не видел. И мы поняли, что он вырос. И его поведение, оно кардинально начало меняться. Кокос, вот он самостоятельный. Куда пошел? Зачем пошел? И вот про эту самостоятельность сейчас бы я бы хотел и поговорить. А все началось буквально месяца два, наверное, назад. Кокос начал, когда мы гуляем с ним, он начал тормозить. Ну, он тут останавливается на улице и на тебя глаза поднимает и что-то там думает и не идет. Его немножко погладишь и он дальше идет. А сейчас, как мы приехали, мы поняли, потому что дочка рассказала, у вас такое бывает, что вот вы гуляете с кокосом, а он каждую прогулку начинает где-то тормозить. На каждом перекрестке останавливается и смотрит на тебя. Такими глазами вот смотрит, он тебе как будто хочет что-то сказать. Действительно, он тебе говорит. Мы сначала этого не понимали. А оказывается, если его не устраивает маршрут, по которому мы идем, он вот этим действием тебе говорит, что мне этот маршрут не нравится, я бы хотел пойти по другому маршруту. И мы поняли, если его так погладишь немножко, как бы он соглашается, идет дальше. Но если ему совершенно неохота, он на тебя вот смотрит, смотрит, смотрит. Когда ты вот понимаешь, что надо идти по другому маршруту, он с радостью меняет маршрут и идет, куда ему надо. Это так прикольно, это вот маленький человек, который еще разговаривать не умеет. Вот, ну, так интересно, вот просто так интересно. Да, Кокоска? Ну, нагулялся. Пойдем. Пойдем сюда. О, обратил внимание. Осень, конец сентября. Падают каштаны. А у бельгийцев есть национальная еда. Вот они любят жареные каштаны. Кстати, мы с женой недавно разговаривали. Я очень хотел бы попробовать эти каштаны. И в этом году я надеюсь это сделаю. У жены на работе коллеги рассказывают: Виктория, ты еще ни раз не пробовала каштаны. Говорит, это же так вкусно. И вот мы решили попробовать в этом году каштаны. Давай в парке погуляем, а? Ты здесь без поводка. По-моему, мы с кокосом наткнулись на миграцию уток. Сейчас осень, и утки собираются. Не хочу их спугнуть. Утки с пруда уходят. С нашего пруда уходят утки. Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот они в стаю сбиваются. И вот так будут они, наверное, мигрировать на юг. Вот я первый раз вижу такое скопление уток. Ой-ой-ой-ой-ой, как интересно. Вон они все. А кокос не обращает на них внимания. Вот сейчас здесь сбилось, ну, порядка, наверное, 30, а может быть и больше уток. Так интересно. А самое интересное, вон там еще одна белая. Неужели альбинос? Я вот специально кокоса с поводка не спускаю, чтобы он уток не пугал. Вот такая организация у них, а? Вот надо же. А похоже, к кокосу вообще до них дела нету. А еще так громко крякают, по-моему, между собой о чем-то договариваются. И вот дошли до сюда, а и остановились. А вот там дальше автомагистраль. И дороги им нету дальше.
А как косу вообще наплевать? Он же охотничий пес. Своеобразный охотник он у меня. Вот так. Я с собакой, как с маленьким ребенком, играю. А он у меня послушный. Вот посадили, он и сидит. Вот может научить его на велосипеде кататься? Может получится у него? На скейте же научился. Это не дрожь в коленях. Это дрожь в пружине. Вот интересно, что в парке происходит. А вот эти курочки, которые водные курочки, тоже стайку сбились и пасутся здесь на травке. А они обычно всегда там, в пруду.